А сегодня мы, сторонники идеи народовластия и социальной справедливости, хотим заявить о создании батальона «Печерск» имени Алексея Борисовича Мозгового. Мы хотим освободить Украину от засилья олигархов, продажных чиновников, всех продавших интересы народа. Единственным источником власти должен быть народ. Поэтому мы призываем всех наших сторонников, всех тех, кому близки наши идеи, присоединяться к нам. На сегодня создан офицерский костяк нашего батальона. Нам нужны добровольцы. Добровольцы нам нужны, которые прошли военную подготовку или имеющие боевой опыт. Желательно спецназ, желательно разведка, желательно спецназ ВДВ. Мы берем на себя обязанность уничтожить главарей нацистской хунты, где бы они ни находились, в любое время суток, в любую погоду, в любой точке Украины. Мы берем на себя обязанность поддерживать антифашистское подполье в борьбе с нацистской хунтой и оказывать им всемирную поддержку. Враг будет разбит, победа будет за нами.